Добро пожаловать в иную реальность. С вами Олег, и вы на канале Диф Реал Гейм. У нас Ведьмак. И как бы там ни было, как бы я ни проходил, тем не менее. Одно слово, и ты пойдешь на дыбу. Да сейчас. Тем не менее, мы идем дальше. У нас появилось задание Ока. Хотя еще младшего мы не нашли. Придержи. Стоп, а вообще-то надо было закончить, а потом уже за оком, да? Да, давайте закончим, а потом пойдем дальше. Хотя здесь рядом. Ладно. Опа. Слышал, что у Адриана земля горшки родит. Как это? А вот так. Полуночница, твою мать. Твою мать, куда пошла? Совершенно другой разговор. Латва, не так быстро. Мы кровью заплатим за свободную Тимерию. Смерть черным. За речку-то надо повнимательней. Один неверный шаг, и их хер оторвут. Не понял. Ну и где ты есть? А правда, что ты когда-то королей убивал с нашим командиром? Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? Геральт из Ривии, живой и здоровый. Ты говорил, у тебя какие-то проблемы? С Бьянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Зачем Бьянке этот Еворник? Понимаешь ли, тамошние мужики нам как-то помогли. Нильфгардцы об этом прознали, и теперь появилась информация, что они собираются устроить карательную экспедицию. Повесить каждого пятого, или что-то вроде того. Кажется, я понимаю Бьянку. Непонятно только, почему ты против. На войне умирают люди. Не только солдаты, но и гражданские. Всех не спасешь, вот и все. Мне казалось, ты идеалист. Ты не ошибался. Только у меня один идеал.
Свободное Тимерие. Ради него я пойду на все. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной. Я-то как могу помочь? Не думаю, чтобы Янка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку, и остановить. Ты мастер читать следы. Помоги мне. Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Еворника рукой подать. Кровью заплатим за свободную Тимерию. Смерть! Да мы в курсе, конечно. Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? Так, ну раз я здесь... Только ведьмака этой братве не хватало. Мы еще раз посмотрим. Да, вот они все синенькие, все почти одинаковые, более-менее подвержены, как бы сделаны под одну фракцию. Ну, все это, как вы понимаете, в зеленой зоне. Хотите ставьте, хотите нет. Ты и тут бывал, и там. Вот ты мне скажи. У них в Новиграде правда. За речку-то надо. Внимательней. Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там у... Смерть черным! Атна! Кирхе! Похоже, мы опоздали. Геральт, надо ей помочь. За мной. Тихо. Не то я ж хотел нажать. Ну, сколько мне еще ждать? Хероя получается.
приказами. Бьянка, мать твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, с сиськами наружу! Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться! Я твой командир, и ты будешь меня слушать! Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить! Они нам помогли! Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать! Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милители! Учись на знахарку! Ёбаный хер! Давай оружие! Получишь обратно, когда образумишься! Если образумишься! Идем! Вран! Один остался. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его! Хватит здесь трупов. Что? Ты меня слышала? Да, и я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгыр и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Роше, это жутко благородно и все такое, но так вышло, что я работаю на нильфгаардцев. И мне с ними больше проблем не нужно. Не нравится мне это. Но я не хочу тебя подставлять. Вот и отлично. Хороший нильф, мертвый нильф. Я его удавлю, как... Отойди, я все сделаю. Нейн, Дрокаир... Ладно, идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. Ну да, ну да, завалили нахрен. Так, никакой корабль нам не нужен. Нам нужен вот этот. Или даже вот это зайдем попутно. Так, нам бы надо прыгнуть. Это я возьму. Потанцуем? Ах!
Вот только нахрена вы мне вперлись? Я не туда повернул, извиняйте. Вот нахрена, вот кто так строит, твою мать? Нахрена ж мне тогда сюда ты показываешь? Эй, ты! Я тебе говорю! В сапогах не хлюпает! Открывай! Должен лучше подбирать себе людей. Рика попался как ребенок. Да, он рассказал. Я велел ему уехать из города. И он, вероятно, сказал, что я тебя награжу. Да. Возьми. Так. О, как! Все-таки дали нам доспех палача, который нахрен нам не нужен. Так, нам бы продать, ой-ой-ой. Стрыга. Так, нам бы продать, только где у нас есть... Ну вот, и снова дождь. Так, это тоже, по-моему... Нет, это не он. Здесь есть... Вот так, купец. Покажи мне свои товары. Так, а берешь, а у тебя денег нет ни хрена. Так, ну хотя бы так. Так, нету у тебя денег, да? Ну ладно. Так, по-быренькому. Вдруг какую карту? Я хочу сыграть в карты. Thank you.
Твою мать, нахрена она мне нужна? Я же говорил. Почти собрали чудовищ. Да не нужен мне корабль, что ты переключаешь на эту фигню? Так, идем искать. Убежище ублюдка. Так, а мы туда ли это мы идем или не туда? Ой-ой-ой, куда ты меня ведешь? Не понял. А, он сдита, ёперный ты по голове. Я думал, он здесь. Чародею. Люди! Чародеи зажгли дом! Так, проберитесь в укрытие. А могу я пройти или просто ввалить? Они выходят. Умеет шеф веселиться. Они там у него как свиньи резаные верещат. А тебе чего? Где ублюдок младший? Видал? Но ты суров. Я тебя знаю, выродок. Я видал, как ты Ольгерда убил и Вика. Да, я вроде видел этих господ. Как их там, Ольгерд и Вик? Передавай им привет. Чё, ребята, я буду с вами цацкаться? Не буду я ни хрена с вами. Успокоилась. Вот теперь повоюем. Ах,
Мамочки! Ребят, вы так и не поняли, кто к вам пришел? Да ты смотри, все ремонтники просто какие-то. Вареник это святое. Нету ничего. Наверх, наверное, да? Сукин сын, если он хоть пальцем тронул Цири, я ему не прощу. Так, не понял. Это еще что за вафел? Ах, нихера себе! Ко мне, мать вашу! Никто не придет. Что? Чего надо? Здравствуй, младший. Я пришел поговорить. Я все сделаю. Только скажи. Для начала несколько вопросов. Я все скажу. Я ищу одну девушку и трубадура. Я знаю, что ты с ними встречался. Девушку? Какую еще девушку? У нее серые волосы и меч на спине, как у меня. Да, да, была такая. Помню. Теперь сосредоточься и говори правду. Знаешь, почему мне не стоит врать? Я не буду врать. Я проделал очень долгий путь, чтобы тебя найти. Я очень злой и усталый.
Мне пришлось убить очень много людей в городе. Некоторые из этих людей пытались меня обмануть. Мне это не нравилось. Чувствую еще одна ложь, и чаша моей горечи будет переполнена. И тогда я сделаю что-то, о чем потом буду жалеть. Понял, почему тебе нельзя врать? Да. Вот и ладно. Меня интересует, каким образом сероволосая девушка попала к тебе и что с ней случилось? Что? Что с ней случилось? Она на меня напала! Еще раз соврешь, и я тебе отрежу яйца. Уговор был такой. Я им чиню магический филал... Ну, что-то такое там. А девка и живчик приносят мне казну Сигеровина. Не принесли, поэтому я немного вспылил. Ну, признаю. И что ты сделал? Ну, я поймал этого, их прихлебал у Дуду. И ждал, пока они за ним придут. Ну, смотри. Это вот они хотели починить. Филактерий? И что ты собирался с ним делать? Я? Ничего. Но я здесь разных людей знаю. Крутишь, младший. Я жду деталей. Я тебе все расскажу. Все по порядку. У меня плохие предчувствия. Успокойся, Лютик. Мы не оставим Дуду в лапах ублюдка младшего, ты сам знаешь. Я понимаю, но мои предчувствия глухи к доводам Рацио, и сантиментами их не заглушить. Так, вот, я поменял опять моту, но у нее была одежда другая, теперь ванильная, но тоже ретекстур. Слушай, я пойду туда одна. Ты подождешь внизу. Я не хочу отпускать тебя одну. Если что-нибудь случится, Геральт мне голову оторвет. Кто-то должен прикрывать отход. Наверху может быть очень жарко. А после всего нам надо будет бежать и замести следы. Ты узнал, где держит Дуду? В комнате на последнем этаже. В той, что с балкона. Я пройду по крыше. Ты жди меня перед домом ублюдка. Я знаю, что для тебя это трудно, но постарайся не попадаться на глаза. Если тебя обидят, ублюдок за это заплатит. Надо залезть на крышу. Да не падай никуда, господи. Ну, залазь. А дальше куда? Проберитесь на крышу. Может быть, совсем вот сюда нужно? В комнате на последнем этаже, в той, что с балконом. А вот и балкон. Посмотрим, что внутри. А теперь, друг мой Дода... Я сменю орудие. Это мне прискучило. Ты долбанный псих, ублюдок. Тебе никто не говорил? Нет. Все говорят, что я милашка, когда узнают меня получше. Значит, ты любишь общаться, знакомиться с новыми людьми. Хе-хе. Хочешь меня кому-то представить? Вот и ты. Ты молодец, что заглянула. Я тебя ждал. На колени, сука! Я
потрошу, шлюшка! Где ты знаешь? Око за око! Они идут! Дуду, вот что мы сейчас сделаем. Мочите девку! Так, и выбраться из-за крутя. Сюда я уже не могу, да? Нет, не могу. Я говорю правду. Что с Дуду? Не знаю, твою мать! Пропал! Как в воду канул. Что стало с девушкой? А хер ее знает. Кто-то из ребят ранил ее в спину. Но она жива, клянусь тебе! Скажи что-нибудь еще. Я сказал все, что знаю. Все! Ты обидел девушку, которую я ищу, и пытал ее друга. Она напала на меня. Я защищался. Умоляю тебя, я уже получил свое. Пощади. Прошу! Я тебе скажу, в чем дело. Я ищу эту девушку. Она мне как дочь. Я просто не могу это так оставить. Нет! Так, рассказать Присцилле. В чем здесь скачки, не пойму.
ублюдок. Пощади, да сейчас, вы не поняли вообще, с кем вы связались. Да твою ж мать, кто ж так строит, а? Если ты закончил свои дела, время отблагодарить Его Величество. Родовид ждать не любит, а? Не любит. Пойдешь с нами. Корабль Его Королевского Величества Аксенфурт Тритагор. Жемчужина Риданского флота. Сейчас, правда, выведен из эскадры. Красивый корабль. Оставишь здесь оружие, потом поднимешься на палубу. За мной. Этот корабль был построен на пожертвование дворянок. Женщины самых знатных родов отдали на него свои украшения. Во внезапном патриотическом порыве? Бездомный бродяга не поймет, что такое любовь к отчизне. Вот и ты. Чего ты хочешь от меня, король? Ты никогда не любил лишних слов. Я хочу, чтобы ты нашел мне Филиппу Эйльхард. В свое время я приказал выколоть ей глаза, но слепота ей, кажется, не мешает. Мои охотники обнаружили, что госпожа Эйльхард пребывает в убежище к востоку от Аксенфурта. Вход в укрытие она защитила чарами. Значит, внутрь пройти непросто. Но ты сможешь, я знаю. Приведи мне ее. Живой. Я подумаю над твоим предложением. Не затягивай. Мы бы не хотели, чтобы Филиппа сбежала. Снова. Можешь идти. Угу. Вот твое оружие. Спасибо. В жизни не видел лучшей стали. Безотказный клинок, а? Дело в руке, а не в стали. Да уж, действительно, дело в руке. Так, мы хотели... Да нахрена ж мне твой корабль? Ну что за блядство? Совершенно в другом месте. Ладно, это мы продолжим уже в следующих сериях. Спасибо, что вы были со мной, и до новых встреч. Очень жду. Пока.